Интересно было. Ту группу шеи. Давай, становись. Так, ставим пациента в непрерывную позу. Одна нога держит бок там, другая держит тут, под крестец. Голову постоянно расслабляем. И сначала я просто становлюсь руками и расслабляем его мышцы. Голову пускаем там и расслабляем. Вот. И мы тянем передние мышцы, вершину, косы, мышцы живота. Это уже руки поставить? Уже? Нормально. Давай, ну, то просто сейчас вот смотрите, просто поперек. Делаем мобилизацию. На больной диск я не давлю сейчас. Я давлю где-то L1, L2, L3. То есть я за счет того, что увеличиваю мобильность выше лежащего сегмента, идет освобождение нижнего сегмента. Понятно? Опускай голову. Я не знаю, мне силы не хватит. Ну, кстати, не больно. Хватит его. Так потому что подготовили как? Угу. Гораздо легче. А тройной хруст был все-таки. Слышишь? Да. Это фасетки в пояснице, они раздвинулись. За счет давления вниз, верхний фасеточный сустав, он уходит. Вот руками так не вырвешь, потому что мы же петлю через голову, все, декомпрессия распространится на шею, на грудной, до поясницы не вырвешь. Да вы что лучше там происходит? Что, лучше, чем Петров делает? Петров жестче гораздо. Мягко, да? Разы больнее. Мягко. Разы больнее. Вот тут мне больно даже не было. Вообще классно. Давай лайки ставь. А? Лайки ставь. Миллион лайков. Это лайк. Ты засними, он ходит после этого, а то многие пишут, все, сразу инвалид. А ну наклонись, присядь. Покажи публике, ты живой? Вот это вот сердечко, слышишь? Тут большого сердечко. Кайфово следующее. Только, ребята, про весна в самом конце. Сначала вот это все, что мы снимали только что до этого, два видео. Неужто? Сразу помолодил. Давай сейчас еще. Все, на этой ноте сейчас будем заканчивать. Будем работать. Хватит снимать. Вот кому TikTok. Это свою спину можно доверить. Приходите, будете здоровы. Да. У нас большая банда. Всех вылечим.